Всем привет на канале Увлажман. Сегодня мы с вами поговорим об э, Урсуле фон дер Ляйен, переизбранной на второй срок председателем Еврокомиссии. Страна, которая вырастила эту женщину, дала ей образование, помогла стать тем политиком, которым она стала. Большинством голосов помогла ей добиться поста председателя, Еврокомиссии. Вдруг попала в немилость этого председателя. О чем я говорю? После того, когда в Баварии ввели вот эти вот децаль-карты для мигрантов, другие земли тоже начали проводить свой пилотный проект по внедрению вот этих вот бицаль карт в жизнь. В метрополии Мюнхен, в некоторых административных округах, опять же, не без помощи левых организаций, мигранты, вот эти вот беженцы, нелегальные, подали заявление в прокуратуру, в котором пишется, что их унижают в правах и в отношении их идет явная дискриминация человеческих прав, потому что они теперь вынуждены быть привязанными к этой бицаль-карте. У них нет возможности пойти купить что-нибудь за наличные. Эти организации охотно помогли им написать такие заявления и охотно подхватили эти заявления и понесли в прокуратуру и в суды. Значит, Мюнхенский земельный суд отклонил эти заявления, сразу говорю, отклонил эти заявления ввиду того, что сейчас ведутся дебаты в Бундестаге о повышении нормальным беженцам. Пособие сейчас у них пособие 460 евро, если им подымут до 500, то все равно эти 500 они будут приходить к ним на вот эту бицаль карту. А может быть будет приходить 400 на бицаль карту, а 100 будет даваться наличкой. Пока еще это неизвестно. Но дебаты в Бундестаге по повышению вот этого пособия, чуть не сказал, посольства ведутся. Так вот. Урсула фон дер Ляйен, оказывается, ну, у нее же везде свои люди, узнала о том, что в Германии, особенно в Баварии, идет жесткая дискриминация прав человека в отношении нелегальных беженцев и иммигрантов, вынужденных быть уже вот некоторое время привязанными к этой бецаль карте. И Урсула фон дер Ляйен официально, обвинила Германию в нарушении прав человека. Я уже вначале сказал, женщина, которые помогли в Германии стать политиком, Германия дала ей образование, Германия помогла ей выйти на пост председателя Еврокомиссии. Сейчас она вошла в коалицию с зелеными, поэтому ее и переизбрали на второй срок. И она решила кинуть грязь в адрес в сторону своей земли, в сторону Германии, обвинив Германию в дискриминации вот этих вот нелегалов. То есть и это Урсула фон дер Ляйен, она уже несколько лет живет там, в Брюсселе, потому что она постоянно должна находиться именно там, на заседаниях и так далее. Она уже забыла, как правильно говорить по-немецки слово «фатерланд», и она считает, что, как и все эти ультралевые организации, что Германия, да, нарушает, дискриминирует и высказывает российские вот эти вот отношения по, то есть в адрес вот этих вот нелегальных мигрантов. Хотелось бы вот эту Урсулу фон дер Лайен спросить, госпожа председатель Еврокомиссии, а не кажется ли вам, что те мигранты, которые прибывают в Германию в первую очередь из Пакистана, Афганистана, Сирии, с Туниса или из Марокко по подложным документам, обязаны вести себя честно, корректно и адекватно в отношении того государства, в которое они прибыли, и должны интегрироваться в жизнь этой страны, а не сидеть годами на пособии и при помощи разных левых организаций подавать заявления в суд и в прокуратуру, обвиняя государство в том, что государство не хочет повышать им пособие, так как им хочется кушать больше и кушать лучше. Для того, чтобы кушать больше и кушать лучше, нужно идти на работу. Я вам скажу, что вот эта вот выходка председателя Еврокомиссии, дает серьезные темы для обсуждений, в первую очередь в Бундестаге. Потому что люди, политики, заседающие в этом, в этом Бундестаге, в немецком правительстве, наконец-то начинают понимать, что они взрастили гадюку на своей груди. Ну, по-другому это не назовешь. В то время, когда некоторые земли в Германии пытаются как-то урегулировать вот эту вот э, нелегальную, неконтролируемую волну мигрантов, вот этих нелегальных беженцев, как-то э, снизить вот этот поток, э, обезопасить местное население, э, добиться того, чтобы у местного населения не было страха ходить по улицам даже днем. В это же самое время Урсула фон дер Ляйен обвиняет свою родину в том, что Родина относится очень плохо к нелегальным мигрантам, приезжающим в Германию и держащим в одной руке нож за спиной, чтобы воткнуть его в шею полицейскому, простому прохожему или еще кому-нибудь на улице, если вдруг лицо этого неверного ему не понравится. Странная вот эта вот политика евросообщества. И вот эти вот люди, как Урсула фон дер Ляйен и целая толпа зеленых, мутят воду в пруду, в котором так уже мутно, что даже лягушки из этого пруда начали бежать. Кто-то уезжает в другую страну, потому что нашел более лучшую работу. Многие пенсионеры, которые вышли на пенсию, понимают, что на пенсию в 900 евро в месяц в Германии фиг проживешь, потому что только за одну квартиру нужно платить 700, 800, а то и 1000. Поэтому они уезжают кто в Румынию, кто в Венгрию, кто в Болгарию, снимают там себе двухэтажные дома за 200-300 евро в месяц и живут припеваючи. В той же самой Болгарии пока еще левы, не евро, левы. В Румынии леи, не евро, вот поэтому люди уезжают. Разные причины, разные причины. И, наверное, вот это вот председатель Еврокомиссии хочет, чтобы в Германии основной, основной цвет кожи был, скажем так, коричневый. То есть она, наверное, сама не может терпеть простых людей, которые работают на производстве сутками, платят налоги, и из этих налогов оплачивается пособие и карта вот этих вот мигрантов. Она, наверное, не может это терпеть, поэтому она и принимает такие решения, поэтому она и делает такие громкие заявления, от которых в шок приходит не просто простой человек, но и даже правительство. Будет ли какой-то резонанс от этого заявления, будет ли какой-то резонанс от обвинения, посмотрим что скажет правительство. Но в любом случае полиция работает и старается изо всех сил держать себя в рамках закона и в рамках тех инструкций, которые предписывают им, как нужно работать, как нужно общаться и разговаривать с террористами, с подозреваемыми и с нелегальными мигрантами. Вот такой вот был сегодня у нас выпуск. Не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями. Ну и, конечно же, прокомментировать то, что вы увидели и услышали. И да, повторюсь, если кто-то желает, чтобы именно на его комментарии было снято видео или был дан полный видео ответ, не надо писать капслоком все слова. Мы все это прекрасно видим, мы все это можем читать и даже маленькими буквами. Сделайте проще. Если вам хочется, чтобы мы лично на ваш вопрос отвечали Полным видеовыпуском станьте платным абонентом канала. Как только вы станете платным абонентом канала, вы сможете задавать свои вопросы открыто. Они не будут уходить в спам, эти вопросы. И тогда мы уже просто будем обязаны создавать видео выпуски по вашим темам. А до тех пор, пока вы просто как подписчик кричите. Э бросаясь в полемику среди других комментаторов используя капслог чтобы обратить на себя внимание мы будем просто читать комментарии и делать выводы всем удачи пока